Всем привет, это Андрей. У вас вдруг перестала работать микрофон и камера в приложении, допустим, Skype, или в том же TeamSpeak, там появился тоже звонок. Да, без разницы, даже в браузере у вас это дело перестало работать. Вы не знаете, в чем причина. Все на самом деле очень просто. У вас обновился Windows в очередной раз, и настройки у вас установились по умолчанию. Как же решить эту проблему? На самом деле все очень просто. Заходим в настройки, нажимаем вот эту шестереночку, конфиденциальности, открываем, находим по порядку камера, передвигаем вот эту галочку, и вот тут вы можете конкретно ниже можете выставить для конкретных приложений разрешение. Допустим, если какое-то приложение вы не хотите, чтобы у вас там вас видели, не знаю, какое-нибудь приложение для социальной сети или еще для чего-то, не хотите, чтобы вас видели, просто передвигаете ползунок, и все, там камеры не будет. С микрофоном все точно так же. Передвигаете вот этот ползунок, и тут вы можете настроить, собственно, для конкретного приложения решений. Все просто. Так что пользуйтесь, собственно. Это элементарно. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам это дело помогло. Если не помогло, то, возможно, проблема из-за драйверов. Хотя, если у вас обновилось, то, собственно, должно быть все хорошо уже, собственно, быть. Но что делать, если вдруг что-то тут вдруг у вас какой-то не встроенный микрофон, а какой-то свой, то на самом деле не надо ничего мудрить, просто заходите в центр обновления, на всякий случай тут проверяйте, если что-то есть. Возможно, какие-то обновления произошли, и у вас что-то перестало работать, и вам достаточно просто нажать эту штуку, оно все поищет, если все нормально загрузит, и вам останется только просто перезагрузить. Иной раз бывает, чем-то интересным занимаешься, и просто не хочется прямо сейчас перезагружать, и ты просто скипаешь это все дело, чтобы потом перезагрузить. А потом сам просто забываешь про это дело, что установилось, и у тебя вдруг неожиданно перестает запускаться какая-то игра, или просто-напросто микрофон перестает работать, или камера. Так что нужно в очередной раз сюда зайти, нажать эту кнопочку, и потом просто нажать вот, собственно, так. Просто нажимаем эту кнопочку и перезагружаем компьютер. И должно все заработать. Если уж и это не помогло, то следует обратиться тогда в одно из двух мест. Во-первых, к производителю микрофона. Это раз. Там могут быть, собственно, на сайте производителя микрофона или камеры специальные драйвера. Обычно производители такой аппаратуры указывают. Либо в компанию Windows. Ну, советую в Windows обращаться в самую последнюю очередь, потому что они такие товарищи, что далеко не всегда помогают. Лучше обратиться, если у вас камера какая-то, если она встроенная в ноутбук, то вам нужно будет обратиться в компанию того производителя, какой модели у вас ноутбук. Если Asus, то компании Asus и так далее. Там вы сможете указать модель ноутбука. Обычно она внизу ноутбука написана. И там можете скачать, как говорится, чистые драйвера. С микрофоном точно то же самое. Так что я думаю, вам это что-нибудь из этого обязательно поможет. Просто других вариантов просто нет. Так что я надеюсь, всем доступно объяснил. И всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.